Всех приветствую на канале Ярославский огород. На дворе 24 марта, и сегодня я буду сажать рассаду томатов сортов Линда F1 и Взрыв. Оба этих сорта низкорослые и скороспелые. В этом году теплица отдыхает, поэтому гигантов типа белого налива сажать не буду. В пакете с Линдой 10 семян, каждый из которых в специальной оболочке, которая начинает питать семечко сразу после пробуждения. Поэтому протрапливать его не надо. В пакете со взрывом семян очень много, и они без читерских уловок. Они требуют обязательного протравливания хлоргексидином. Не используйте привычную марганцовку. Она, к сожалению, не решает наших проблем. Семечки заворачиваются в марлю. Марля пропитывается раствором хлоргексидина и убирается на часок в банку под крышку. Посадку буду показывать на примере линды. За счет оболочки семена становятся крупнее и с ними удобнее работать. Увлажняете посадочный грунт. Примерно посередине посадочной емкости располагаете семечко, утапливаете его в землю и присыпаете. В принципе, этого достаточно. Но я еще люблю второй раз слегонца полить после посадки. Обязательно следует закрыть посадочную емкость для избежания испарения до получения всходов. Линду я сажаю по одному семечку, ибо все F1 всходят изумительно, неоднократно проверено. А вот взрыв по 3-4 семечка на посадочную емкость для подстраховки. Семена посажены, ждем всходов, продолжение следует. Не забывайте оставлять комментарии, подписываться. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!